Итак, ребята, всем приветик. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вам сделать экскурсию на прекрасный замок в городе Швирин. Когда-то раньше там жил лорд, принц, граф. Вот вы как раз мне напишите в комментариях, как правильно его назвать. Конечно, погода сказочная. Наверное, сами немцы в шоке. Такой погоды у них не бывало. Сейчас подсниму. Вот сзади уже видно Швиринский замок. Красота просто. Я уже почти доела свое мороженое. Как же без этого? Без прекрасного настроения. Что мне нравится, возле замка Швирин всегда много людей. Всегда очень много туристов. Посмотрите, все фоткаются. Такая классная, конечно, атмосфера. Атмосфера праздника. Какое-то городское здание, посмотрите. Конечно, можно и без меня посмотреть, да? Сейчас сниму вам его лучше. Я слышу какая-то песня лунная. Наверное, сегодня какой-то праздник. Хотя я вам видео снимаю в воскресенье. Воскресенье в Германии всегда праздник. Потому что это выходной. Вот он прекраснейший. Какая архитектура. Это самое красивое место. А, да, да, вот если взглянуть налево, массовое скупщение людей, очень много народа. Значит, сегодня какой-то праздник. Я помню, прошлый год там проходил парад в поддержку ЛГБТ-спильноты. Там было очень много тоже людей, я так поняла, это у них что-то местное площади. Там всегда какие-то проходят городские праздники, но людей сами посмотрите сколько. Музей, но он еще закрыт на реставрацию. О, какая красота! Клумбы, все так красиво высажено. Он еще дальше, чтобы захватывать все. Ну как вам? Как вам эта красота? Слушайте, людей действительно много. Сам замок находится на отдельном таком островку, где его полностью вокруг омывая, не знаю, что это, омывая вода, это, наверное, Швиринский водоем. Я просто не знаю, как называется этот водоем. Сейчас подойду поближе, поснимаю Швиринскую усадьбу. Когда замечательная светлая погода, тогда все прекрасно. Посмотрите, какой вход. Здесь всему, каждой мелочи, вот смотрите, как определяют увагу. Фотографировать тебя? Я уже просто фоткала 100 раз тут людей, ну надо еще. Уже себя сейчас сфотографирую. О, спортсмены. Вот и сам замок. Yeah.
музыкальное сопровождение, конечно же. Атмосферу даем свою. Золотом усыпаны верха. Сейчас войдем в саму территорию. Усадьба, так сказать. Мне, конечно, больше нравится, как поют птички, но в принципе это типа какой-то 100-летний дуб. Ну, это не дуб, конечно, но просто старинное дерево. Могуще, да, такое? Чтобы вы понимали объемы этого дерева. Огромное, могучее дерево. Вверху там уже скрепленное канатами, чтобы, наверное, не распалилась эта крона. Нужна уже поддержка. Ну как вам, мои ребятушки? Прогулка прям со мной. Вообще на территории все огромные такие деревья. Могучие. Собачка. В следующий раз возьму сюда Леонардика. Сегодня я не взяла, у него какое-то там расстройство, он плохо себя чувствует. Дала уже собачке смекту. Вау. Я представляю, как здесь графиня, граф прогуливалась по этим усадьбам. Для этого прекрасного водоема. Народу, конечно, много. Выходной. Я присела на усадьбе. Множество мест, где можно посидеть на лавочке, полюбоваться озером, ну, точнее водоемом, или просто отдохнуть. Покажу чуть-чуть красоты. Красота Швединского замка. Настроение просто замечательное. Тебе нравится? Сейчас еще там спустимся вниз.
убежище для казанов, для летучих мышей. Там все насыпано розами. Такие пиановидные розы, чайные розы. Прекрасное место, конечно. Здесь можно всей семьей собраться. На такой легкий пикник. Здесь можно даже кормить уточек. Они там чуть-чуть дальше возле фонтана. Замечательно. Ну что, пойдем посмотрим. Я прям вся в розах, цветах. Нас встречают ангелы. Я не удержалась и, конечно же, разулась. А вот тут фонтанчик, там все фоткаются. И сам замок. Хожу тут по усадьбе босиком. Везде понакакывали утки. Сестра смеется. Я говорю, ну а что? Смотри, она. Вау, да. Красивая такая. Она такая маленькая. Что, пойдем подъемся? Как мы. Я считаю, что ничего страшного, если я вступлю в чью-то какашки. Ну что тут такого? Ничего. Согласны? Что здесь такого? Такие все неженькие прям. Как будто они с деревни. С другой стороны. Уточки. Нужно тоже будет сделать себе сейчас тут кадр. Вот люди на пикнике сидят, отдыхают. Просто вау. Ходим, и моя сестра постоянно жалуется, говорит, ну пошли в тенек. А я вообще наслаждаюсь такой замечательной солнечной погодой в таком просто волшебном сказочном месте. Я как принцесса с Дисней. Какие красивые ангелы. Здесь даже есть ресторан. И люди тут очень часто празднуют свои свадьбы. Мне кажется, уровень Швиринского замка это лично не идеально подходит для празднования своей свадьбы. Тут просто вау. Да? Я надеюсь, ребят, вам очень нравится моя прогулка. А вот и озеро. Замечательное настроение. Ну что, ребята, буду я с вами прощаться. Я надеюсь, всем понравился мой выпуск. Всем понравилось. Надеюсь, я всем понравилась, да? И всем понравился мой выпуск. Как говорится, правда? Кто-то чихнул оговорочку по Фрейду. Я точно здесь всем понравилась, принцесса. Всех целую, всех пока, до новой встречи.